И всем привет, с вами Супер. Сегодня будем играть в игрушку под названием Hearthstone Heroes of Warcraft. Так на самом деле нет, не будем играть, либо будем играть, вот в чем вопрос. Наверное, я вам покажу, какая мне это тащит, и это мой рекорд на самом деле, и я в самом шоке. Вот. Все задания выполнил, золото у меня 370, почти всю коллекцию, которую мне надо, я скрафтил, если две коллекции. Первая коллекция — это Мургул, это вы, наверное, знаете, рашерный шаман на мурлоках, тоже моя любимая, покажу. То есть две колоды очень сильных и мощных. Здесь, как видите, это стандартная мургл колода, где мурлоки есть, и самая топовая карта, конечно же, задача. Призовите 10 мурлоков и мега мургл. Это я на начальных стадиях, по-моему, от 23 до где-то 12 играл, а все остальные я выиграл просто пират-варвар. То есть это вообще топовая колода, в ней, с ней можно пойти в легенду, без шуток, и в легенде этой колоды играют. Тут просто такое прям мощное, я не знаю. Даже удар героя по себе кажется, что плохая карта, но на самом деле уничтожает любую колоду. Мне даже жрец попадался, но я жреца именно убивал при помощи просто... Первый помощник, потом выходил пират, у меня была еще монетка, и Юджин Мари, это самое топовое, то есть за одну ману вы делаете, то есть этого, снаряжает оружие, потом пиратом в лицо, и пират глазастик в лицо. И потом он ставит на второй ход одну жрицу, я ее забираю просто ударом героя. Да, это затратно, но зато мои существа выживают, он просто сдался. Сейчас я вам покажу... Как им играть, сейчас разок сыграю, надеюсь, мне повезет и выпадет вся эта комбинация с... Вот. И надеюсь, мне не попадется варвар с таунтами, потому что бывает такое. Как видите, это мой рекорд, 6-й рейтинг, то есть, я не знаю, как я доходил, но у меня был максимум, если не ошибаюсь, 10-й. 10-й, 11-й или 12-й, то есть, так, буквально чуть-чуть играл раз в месяц, но решил прям играть и в легенду как-нибудь попасть. Еще надеюсь, какие-то киберспортсменские команды видят, ну вряд ли, мне кажется, я не настолько популярна. Вот, и хотелось бы, конечно, в киберспорт Хардстоуна попасть, реально, вот как хотелось бы. Но вряд ли я этими двумя колодами буду, потому что у меня в приключениях так-то не так много, и золота мало, надо бы подонатить где-то возможностей. Вот, потому что все золото потратил на арену, думал, с арены затащу, в итоге с арены ничего не сделал, с всякой хренью. Да, если уж один зал бесплатно прошел, то есть мне надо 1, 2, 3, то есть буквально в смысле мне надо 2100, то есть, чтобы деку создать. Но я не знаю, хорошо сейчас работает ли или нет, напишите в комментариях, кстати. Лига исследователей у меня тоже не пройдена, по-моему, только дырвы. Я это все проходил, ладно. Я вам скажу шуток, я играю с самого начала Хардстоуна, то есть у меня даже есть черная гора, которая, кроме вот этого... приключения, хочу его по-бырому сделать. То есть, вроде, все пройдено. Как ни странно, я давно чуть-чуть подзадал в этой игре, и все прошел. Ну, тогда я прям какая-то прохождение тоже какое-то, я уже не помню, боги воскресшие в Хардстоуне. Типа, если не ошибаюсь, Йоксарон, там всякое такое. Ладно, короче. Ладно, сыграем сейчас одну игру. Мне надо три раза, чтобы задание на 10 золот удалось. Ух, ладно, пойдемте в рейтинг. Еще ничего страшного, сейчас я проиграю. Вот. Просто вам покажу мой скилл. Пожалуйста, скилл. Даруй мне победу. В скобочках потом я проиграю. Через секунду. Ну, до этого вам без шуток говорю, я просто всех выиграл. То есть, один раз проиграл, 10 раз выиграл. Один раз проиграл, 10 раз выиграл. То есть, как-то странно было. Сейчас я не знаю, один раз проиграю, 10 раз выиграю или как. Малфурия, она тоже мне не нравится. Если это какой-то задача, то я его затащу. Так, где этот Энзот? Блин, Энзота нету. Короче, могу без Энзота играть сейчас. Либо все сбрасывать и пытаться Энзота находить. Это как-то слишком. Сейчас, короче, подумаю. Мне просто Энзот иногда вообще не выходит, так что... Так что вот эту колоду, наверное, ставлю, кроме Берсика. Если от него выпадет Энзот, то это вообще будет круто. Либо стоп-дека. Этого оставляю, то есть пиратов надо оставлять, потому что мне иногда топорик за 5 маны приходит. Я ванга.
Все, я выиграл, ребят. И это была изейшая катка. Сейчас после этого приходит матрос Южных морей. Ну ладно, ребят, короче, я вам покажу, как играть на первой мане, выигрывать игрока просто изи сурмани. Ставим, нам приходит глазасик. Бам. Монетка. Матрос. И 4 урона на первый ход. Вы в шоке, да, просто? Ну это просто круто. Руктар Агар. Тобе пизда. А вот мой скилл. Как видите, я уже выиграл этого Малфуриона. Он делает обилку, не зная, что делать. Уже 5 урона. Уже 5 урона. У меня есть огненная секира, но я не буду делать, просто наличие поставлю просто так. Все остальное в лицо. Мне даже еще надо это сломать, потому что я хочу сделать огненную секиру, потом ее улучшить. Еще какое-то улучшение, если придет, вообще будет замечательно. Ну, следующий ход я точно ставлю пирата Южных Планей. И размениваюсь так. Ну да, так и есть. Я его выиграл. Это изи счет. Я, по-моему, если не ошибаюсь, я подряд выиграл, и мне дадут 2 звезды. 2 звезды. Потом, по-моему, с 5-го рейтинга идет... не будет подряд идти. Это, конечно, очень плохо. Ну да ладно, мы так и так выиграем. Кстати, эти существа выживают? Да ну! Вау! Как видите, на 4-м ходу, на 5-м у него, он уже сдается, и я выигрываю! И... крутяк. Очень 10 золота. Надо еще парочку золота. Ладно, короче, сейчас, как видите, мой скилл. Сильно повезло, потому что мне обычно энзот этот не выпадает просто. И 4 урона за один ход я не могу сделать. Вот. Вот такой был мой скилл. Я не знаю, скилл или это рандом просто. Мне просто повезло просто. С первого хода такой прям кумбечище. Я в шоке. На основной канал пойдет и... ух, да. Муркл тоже мне нравится, потому что тут у нее есть и Мурглиндия. Это все я копил, блин, все продавал там из золотых карт. То есть я Ноксрамс ничего не трогал. Хотелось бы распилить, но я думаю, типа, это все-таки... может быть, оно... может, Хардстоуни поменяют, этот вольный режим уберут. Мне кажется, не уберут. Его и так мало людей играют. Только чтобы в топ 200 попасть. Вот. Ну ладно, короче, с вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, играйте на пиратваре. Это... надо крафтить, 100 пудов надо крафтить, потому что это просто имба. У меня Лерой Дженкинс уже давно был. Почти половина карт все были, кроме вот этого пирата морских монет. Мне пришлось распылить одного чувака за 2 маны, который дает вам карту с 50% шансом. Я уже забыл его имя. Вот, его пришлось распылить и сделать этого пирата Южных морей. И колода у меня собралась, потому что я вместо него, если у вас его нету, то я вам советую брать за 2 маны вот эту парашу. Но она тоже играбельна, хоть чуть-чуть, но играбельна. То есть вожак. За 2 маны, 2-2 и по одному урону. Но, конечно, не дает по одному здоровью. Только что я из-за этого одного здоровья выиграл просто, видели? Вот этот выжил и этот тоже выжил. Вот. Короче, с вами было Супер, если вам понравилось это видео, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Скилла вам, удачи и все. Всем пока-пока. Не забывайте поставить лайк на это видео и подписаться, блин, на мой канал и группу ВКонтакте. Все.